Я Соболев Иван Александрович, заместитель командира 1-го мехзонного батальона 14-й бригады, майор. Родом из Киргизии. Учился в Узбекистане. Как союз развалился, по иронии судьбы, было распределение на Украину. Естественно, семья на Украине, и я остался на Украине. В 15-м году я был мобилизован. В связи с событиями на Донбассе была мобилизация, я был мобилизован. При передвижении из одного пункта дислокации в другой пункт дислокации вышел на блокпост российских войск в районе Калиновки, решил сдаться без вооруженного сопротивления. Ну, человеческие условия, кормят, поят, оказывают медицинскую помощь, кому необходимо. Вы рассказывали боец, как был ранен, что ему оказали помощь, что это? Да, ему оказали медицинскую помощь. Какие задачи выполнял? Ну, не пропустить, не дать, чтобы продвинулись дальше. С противоположной стороны это выйти. Просто держали взятые рубежи. Не наступательные? За время моей службы наступательных операций не было. Только оборонительные. Я и тогда считал, что та война 8 лет, она бессмысленная, только бессмысленное кровопролитие. И данная война то же самое. Бессмысленное кровопролитие. Я посоветовал, чтобы избегать напрасного кровопролития. Если есть возможность сберечь жизнь людям, ее надо сберечь. Убить проще всего. А родить, воспитать, это гораздо труднее и дольше.